попросили спеть Щербакова, а он у нас как раз даже был запланирован. Значит, 16 августа отмечается День малинового варенья. Ну вот про малиновое варенье Щербаков ничего не написал. Михаил Константинович пока не написал. Ну, напишет когда-нибудь. А про вишневое написал. Не толпа и говорит, ты рукоплещет. Из Дальнестра пришел корабль, его весь город ожидал. Горит восторгом каждый лик, и каждый взор восторгом блещет. Гремит салют, вздыхает трап, матросы сходят на причал. Сияние славы их слепит, их будоражит звон регалий. У них давно уже готов ошеломляющий рассказ, как не щадили живота. И свято честь, и берегали, и все прошли, и превзошли, и осознали уж нас. Да-да-да-да, да-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 да. Ты знаешь, я не утерплю, я побегу полюбоваться, я ненадолго пропаду, я попаду на торжество. Ну сколько можно день и ночь с тобой рядом оставаться и любоваться день и ночь тобой и больше ничего. Ведь мы от моря в двух шагах и шум толпы так ясно слышим. Я различаю рокот волн, я внемлю пушечный полебед и смеешься надо мной. Ты ешь варенье из вишен, и мне не веришь ни на грош, я не верю сам себе. Да-да-да-да, да-да-да, да-да-да-да, да-да-да. Вот так идет за годом год, вокруг царит столпотворение, и век за веком растворен в водовороте суеты. А ты ужасно занята, ты ешь вишневое варенье, и на земле никто не ест красивее, чем ты. Изгиб божественной руки всегда один и вечно новый. И в лужке ягодка блестит, не донесенная до рта ни кровь, ни слезы, ни вино. Всего лишь только сок вишневый.